сделал пришейдинг. Вот так вот он получился. В принципе, пришейдинг можно делать как хотите. Можно делать тонкими линиями, можно делать более толстыми линиями. Как вам нравится, друзья. У каждого своя технология, и каждый делает по-своему. Вот так вот у меня получается. Траки, как видите, задул в черный цвет. И теперь пройдусь краской XF84 Dark Iron от фирмы Tamiya. И в базовый цвет буду задувать краской H512 Mr. Hobby 4BO техника российская, русская, советская после 1947 года. Приступим теперь к покраске базовыми цветами.
Так, друзья, сейчас получается тягач на данном этапе. Как видите, нанес базовый слой, дал ему просохнуть не менее суток. Посмотрел при дневном свете, чтобы не было никаких непрокрасов. Цвет мне очень понравился. Все очень красиво легло. Тягач так очень интересно стал смотреться уже в покрашенном виде. В принципе, он мне в пластике очень нравился. А вот сейчас как стал уже зеленого цвета защитного, он стал еще более интересным. После покраски специально выдерживаю не менее суток, чтобы можно было спокойно брать модель руками. Но все равно советую. Если вот вы начинающий моделист, то лучше одевать резиновые перчатки, чтобы не оставлять следы отпечатков пальцев на технике. Или просто аккуратно брать ее, вот, например, за такие выступающие детали, как балансиры у танков, у тягачей. То есть вы все равно на них оденете катки и... То есть им не страшно, если вы их будете брать руками. Что теперь я буду делать на этом этапе? Теперь мне надо высветлить все выступающие части, чтобы был такой как бы интересный эффект выцветания, и чтобы модель не была однотонной, чтобы она как-то красиво играла, выделялась. Я все места, где выступают, выделяются, я буду высветлять. Рецепт краски у меня прост. Я красил в базу, как вы видели, H512 от фирмы Mr. Hobby 4BO. Значит, возьму две капли данной краски, потом возьму две капли H1 белой краски и одну каплю X8 желтый цвет. Это все перемешаю. 1:5 потом разведу растворителем, то есть сколько у меня там получится, 1 мл, если краски разведенной, я разведу на 5 мл растворителя. И после этого буду аккуратненько задувать модель по граням и высветлим ее.
сделал высветление. Как по мне, получилось очень даже неплохо. Не знаю, как кому, но мне очень понравилось. Реально, тягач стал намного интереснее смотреться. Более объемно выглядит. Вот, как видите, вот так вот получилось. Значит, на этом буду это видео заканчивать. Теперь что осталось? Разъединю модель, сделаю ходовую часть. Наверное, сразу сделаю, нанесу на нее пигмент. Сделаю траки, соберу. И все как бы подготовлю, затонирую. И буду уже работать потом с верхней частью, лакировать, наносить смывку, делать фильтры, ну и все остальное, что связано с модельной химией. Но это уже будет в следующих видео, друзья. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. До новых встреч, друзья. Оставайтесь на канале. Дальше будет интересней.